Всем здравствуйте! В начале 2021 года Ярослав Сумишевский потерял в странном ДТП супругу Наталью. Спустя месяц артист рассказал, что дочь чудом спаслась от чрезвычайного происшествия с бытовым газом, из-за которого не стало несколько человек. Теперь наследница попала в аварию. В марте прошлого года в одном из жилых домов в Химках произошел инцидент с бытовым газом. В тот день из-за ЧП покинули мир 3 человека, еще 4 пострадали. Как оказалось, рядом с этим местом находилась Ксения, дочь Сумишевского. «Квартира соседей моей дочки, слава богу, с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным не выживших», – поведал певец. Сегодня Ярослав признался, что в минувшее воскресенье девушка попала в ДТП. «Дочь вчера попала в аварию. С ней все хорошо. Слава богу, отделалась испугом. Поддержите ее в комментариях, чтобы не расстраивалась. Главное – здоровье, а железо починим», – написал он. Ксения родилась в первом браке певца с женщиной по имени Светлана, супругам не удалось спасти брак. О личной жизни с того момента Ярослав не распространялся. Лишь в 2017 году стало известно, что он нашел новую любовь – директора музыкальных проектов Наталью Бородкину, которая подарила ему сына Мирослава. Счастье в семье не было долгим. В январе 2021 года случай на дороге унес жизнь любимой. Сумишевский тяжело переживал потерю жены, а еще сложнее ему было поговорить с 4-летним наследником. «Я ему рассказал, что мы попали в аварию, мама улетела на небо и превратилась в звездочку», – вспоминал он. «А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока!»